Бесплатные занятия йогой и посещение инфракрасной сауны. Так теперь снимают стресс врачи одной из самарских поликлиник. Такой подход уже оценили на федеральном уровне. За комплексную систему оздоровления персонала медучреждение получило награду на всероссийском конкурсе. Как все это работает, увидела наша съемочная группа. Потянули позвоночники и мышцы, выдохнули, расслабили, потрясли ручками, выдохнули. Вот так ежедневно перед началом каждой смены. Производственная гимнастика и способ снять стресс и пример для пациентов, как следить за здоровьем. И это не разовая акция. В городской поликлинике номер 6 действует целый комплекс социальных программ для сотрудников, их семей и пациентов. Назрело такое, скажем, желание немножечко не то что оздоровить наших сотрудников, да, я имею в виду физически, но еще как-то психоэмоционально на них подействовать. Занятия йогой, посещение зала тонуса терапии и инфракрасной сауны на базе поликлиники для врачей бесплатны. В медучреждении работают штатные психологи, проводятся занятия школы позитивного материнства. Можно заниматься спортом и на стороне, но тоже за счет работодателя. Я покупаю абонемент, пишу заявление на имя главного врача с указаниями непосредственно клуба, и происходит компенсация в 50% стоимости абонемента. Самарскую систему оздоровления медицинских сотрудников оценили и на всероссийском уровне. В прошлом году учреждение стало одним из победителей конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В этом году поликлиника вновь примет участие в состязании. Его результаты будут известны в апреле 2015-го. Анастасия Гончарова, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии.